Ассаламу алейкум, здравствуйте, уважаемые сограждане. Мы планируем, памятуя трагическую гибель Дулата Агадил, и учитывая то, что уже на протяжении свыше 20 лет правящая партия Нур Отан, по сути, довела нашу страну до такого состояния, мы в этом убеждены, она поддерживает, является основой правления Нурсултана Назарбаева, человека, который должен, по нашему мнению, покинуть все свои посты. Мы собираемся 5 марта прийти в день проведения их политбюро, заседания в городе Астана, к их партийным офисам. В частности, вот здесь в городе Алматы есть у них такой офис на пересечении улиц Аблайхана и Айтекеби. В это здание мы придем, это не будет митинг, это будет просто акция, так называемая «Окупай Нур Отан». Мы придем где-то за час ориентировочно, пока точного времени не сообщено, когда начнется это мероприятие в Астане, и будем требовать отчет от представителей и функционеров партии Нур Отан. Пусть они за все коррупционные преступления и прочие проявления, которые совершались и членами, ответят перед народом. Почему мы связываем это мероприятие непосредственно с трагической гибелью Дулата Агадил? Потому что мы уверены в большей степени, что его закрыли в СИЗО в связи с предстоящим 5 марта собранием политсовета Нур Отан. Потому что у него статья была такая, по которой не закрывают, но его все же закрыли, и в итоге вот такой результат получили. В общем, если они не хотели, чтобы вышел Дулат, то выйдем мы и будем спрашивать. До встречи 5 числа. Я призываю всех остальных граждан присоединиться к данной акции и во всех городах по всему Казахстану выйти и оккупировать партийные офисы партии Нур Отан. Окупай Нур Отан. Пусть этот челлендж пройдет по всей стране 5 марта. Запомните, это не митинг. За него, за наше присутствие и требования ответа у этой партии, правящей партии. Никто наказывать нас не имеет права. Это не митинг, еще раз повторяю.